Финансовая грамотность – это четкое понимание того, как работают деньги, как их зарабатывать и управлять ими. И для увеличения финграмотности населения всего мира и проходит неделя денег. И Кыргызстан не остался в стороне. В этом году Всемирная неделя денег проходит под лозунгом «Учись, сберегай, зарабатывай». В республике подобные мероприятия проходят уже в пятый раз и обучают детей, молодежь, а также и взрослых грамотно распоряжаться своими финансами. Неделя денег в Кыргызстане, которая уже проходит в нашей стране в пятый раз и уже стала традицией для нас. Как вы знаете, Всемирная неделя денег – это глобальное движение, цель которой через различные интерактивные мероприятия заинтересовать детей и молодежь правильно распоряжаться собственными финансовыми средствами и повышать уровень своей финансовой грамотности. В течение недели Национальный банк, государственные органы и другие организации, включая общественные и международные, а также коммерческие банки, проведут большое количество общеобразовательных мероприятий по финансовой грамотности, такие как открытые уроки в школах, лекции в вузах, экскурсии в нумизматический музей Нацбанка, дни открытых дверей в коммерческих банках и государственных органах. Кроме того, будут подведены итоги национальных конкурсов рисунков, эссе, копилок, ранее объявленные среди детей и молодежи. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 16 марта. Наше агентство совместно с Нацбанком принимает активное участие в проведении Всемирной недели денег, начиная с 2015 года. Например, в прошлом году было проведено порядка 30 мероприятий в целях повышения информированности населения для повышения осведомленности о защите депозитов. На сегодня реализованы два проекта, направленных на повышение финансовой грамотности населения, причем которые будут работать не только в рамках недели, а на регулярной основе. В частности, речь идет о выпуске учебно-методического комплекса для школ, куда входит рабочая тетрадь для учеников и пособие для педагогов, а также создание художественного фильма «Кредит», который рассказывает о сельском мальчике, семья которого попала в тяжелое положение из-за неправильного использования кредита. Потому что информационная кампания, пропаганда – это важно с точки зрения привлечения внимания, но еще важнее обеспечить устойчивые институты и каналы как бы постоянного повышения финансовой грамотности каждый день. Потому что неделя проходит раз в году, но между этими неделями есть еще больше 300 дней, в течение которых как бы эта тема не должна забываться. И у нас вот Национальный банк уже несколько лет реализует программу повышения финансовой грамотности населения. И это говорит о том, что правительство и страна вообще придают значение этой проблеме. Неделя денег – это всемирное движение, целью которого является обучение детей и взрослых правильному распоряжению финансами. Отметим, что в прошлом году в рамках Всемирной недели денег в стране прошло в общей сложности 520 мероприятий, на которых приняли участие порядка 25 тысяч детей и молодых людей, а также около 6 тысяч взрослых. Всего за прошедшие 4 года неделя денег смогла охватить более 100 тысяч человек. Алина Хайдаршина, Нурдан Карибеков, «Пирамида».